Так, осталось еще немножечко штришков для моей комнаты. Пишем посторонним. Вход запрещен. Восклицательный знак. Отлично. Так. Ты чё, табличку читать не умеешь, что ли? Русские буквы не воспринимаешь? Там написано: посторонним вход запрещен. А я тебе чё, посторонний, что ли? А ну-ка, ну-ка, повернись, повернись. Ну? Еще раз повернись. Ну? А, это ты, что ли? Ну да, тебе можно. Ну тогда помогай мне расставлять еще, тут недостаточно цветочно. Господи, слушай, мне кажется, в этой твоей пещере здесь просто идеально, и добавлять сюда уже больше нечего. Вот, огурцы находятся, пускай огурцы здесь стоят. Здесь уже идеально все, Катя. Огурцы снести моментально. Ну не со столом вместе, но в любом случае снести, они меня бесят просто. Убирай все огурцы, которые видишь на своем пути. Чпуньку знает, что ты с его огурцами делает? Вот это новые посадит, я тебе говорю. Чпуньки огурцы — это любовь навеки. А ты, слушай, а ты мне расскажешь, а почему ты так огурцы-то не любишь, а? Скажи, пожалуйста. Да, в жизни огурцы я люблю, и свежие, и малосольненькие, вот в закатанных баночках. Ага. А вот эти огурцы в Майнкрафте, ну они какие-то, ну некрасивые, ну честно тебе скажу, ну ты посмотри на это, ну что ну, это? Ну посмотри, 4, вот! Так, да сама ты фу, они не фу, они красивые, я тебе честно говорю, они светятся еще даже. А вот давай у подписчиков спросим, а вот им нравится или нет? Ну вот бери, спрашивай, я такую фигню спрашивать у них не буду. А вот я и спрошу, вот вам нравятся эти огурцы? Вот напишитесь, да или нет, а? Мне не нравятся. Да конечно нравятся, кому вообще огурцы могут не нравиться? Нормальные огурцы, все, короче, мы с тобой доделали вот здесь все в твоей пещере или нет? Ну здесь у меня будет стоять кровать. И над ней цветок. Ага, отлично. О, я буду спать, и на меня будет сыпаться вот это вот каплелист. Спать, чтобы на тебя сыпалось. А рядом будет цветок стоять, и вот это все, вот это огурец стоять, и вот это все. Да убери! Я не понимаю, ты в этой пещере что ли жить хочешь или что? Это твой трон, ты просто сюда приходишь и вот так вот сидишь. Тебе тут спать не надо, Кать. А вот если захочу поспать, то я буду здесь спать под каплелистом. Все, понял? Ладно, иди манатки свои собирай и пошли по делишкам. Твоя, конечно, пещера, она прям офигеть какая крутая. Была бы у меня такая пещера, но, к сожалению, у меня нет девушки, которая сможет построить мне вот такой вот подарок, там, подарить своему парню. А вот ты не любишь аметисты, вот у тебя и не будет аметисты. Я люблю аметисты! Скоро, кстати... А, я уже заняла. Скоро, кстати, 23 февраля, это, если что, это намек. Сделаю тебе пещеру из огурцов, она как раз под цвет 23 февраля, зелененькая такая, камуфляжная. Ну это же не я огурцы люблю, а чпуньк! Ну вот чпуньку тогда построю. Все, пойдем. А мне? А тебе подумаю еще что-нибудь. Фейерверки надо скрафтить, потому что у нас их пару штук осталось. После этого, я не знаю, ну, кирка у нас есть, кирка нам хватит, вот этого незеритовая. И факелы, побольше факелов надо сделать, потому что там очень темно, прям очень темно. Сделаем с тобой факелы, у меня 62 штуки, в принципе, может, даже нам хватит, хотя... А, вопрос можно? Вопрос, вопросик такой, небольшой вопрос. Ты куда намылился? Чё? Ты куда намылился? В шахту! Там, короче, это, там еще одно новое обновление Майнкрафта вышло! Каждую неделю обновления выходят, там такое добавили. Сейчас вот это, сейчас пойдем и все сама увидишь, Кать. Нет, мы не пойдем. У нас сегодня абсолютно другие дела. Вот они вообще не пишутся сюда. Ну мы сначала обновление осмотрим, а потом за своими вот этими другими делами мы займемся. Так, я нет, тогда. Нет, мы сначала идем, выполняем ачивку. Возьму ты что, забыл? Какую ачивку? Убить всех монстров нам надо. Ну так этих монстров мы можем потом убить. Подожди. Вот так вот, на, полстака факела и потопали давай. И держи половину фейерверка. Крылья напяливай и полетела. Да никуда мы не поедем, не полетим и так далее. Эти обновления нас тоже подождут. А вот ачивку надо сейчас выполнить. Какую ачивку, я не могу понять? Ну нажми на буковку L.
Да ты заколебала, честное слово. То ты вот так умеешь весь кайф ломать. Ну, чё дальше? Вот, заходи в приключения, в первую вот эту папочку, и находи там ачивку, называется «Зверобой». Убейте по одному монстру каждого вида. У меня 31 из 34. Ну, так это получается, мне еще 3 монстров каких-то надо убить, и все. Каких? А вот это хороший вопрос. Ой. Не, это тебе, конечно, повезло, что тебе нужно 3 монстров убить. У меня всего лишь 24 из 34. Но вот каких? 34 различных монстров в Майнкрафте, а я убил 31. И это даже учитывая то, что мы убили дракона, мы 100% убили визера. Игоря. Мистера Крипера. Утопленника. Скелета. Того самого... я больше не знаю. Паука. Слушай, а пещерного паука мы убивали, который отравляет? А они что, разные, что ли, бывают? Да, 2 паука бывают. Кошмар. Ладно, какой. Пошли в пещеру, она как раз-таки у нас где-то вот здесь рядом находится, прям под нами. Давай, начинай прокапываться, вот туда, пошла. Алмазики найду, машину гони. Да не найдешь ты никакие алмазики! А мы не прокопаемся в наш этот самый, лабораторию, этот вот, карантинный блок, мы не прокопаемся туда? Копай давай. Ладно. Вот где-то в этих пещерах, которые уже как бы построены, вот эти из дерева, тут у нас присутствуют спавнеры. И в этих пещерах мы с тобой ходили давным-давно. Опа, сундучок! Этот сундучок мы с тобой 100% обутали. Ты посмотри, сколько хлама мы там оставили. Вот это уголь забери, самое главное. Ага. Мы с тобой куда-то, господи, даже не знаю, в эту сторону. Здравствуйте, эндермен! Эндермена мы убивали! Эндермен не враждебное существо. В смысле? Ну, я читала в этих самых всяких туториалах, он не относится к враждебным мобам. Он нейтральный. Ты нейтральный? Я на него посмотрел, что-то он нифига не нейтральный, он сейчас меня бить начнет. Ладно, идем тогда дальше. А вот тот самый спавнер, где спавнятся вот эти вот ядовитые пауки. Мы просто берем, убираем весь свет и... Вот они уже начинают! Так, подожди! Одного кокнул, иди сюда тоже! Иди кокай! Так, давай, где? Выползай на меня, давай! Давай! Не вижу! После того, как кокнешь, сразу освещай вот этот вот спавнер! Так, ну давай, вижу, зарождается! Все, ага. Давай, кокай! Быстро, дай, по башке! Ой! Слушай, а в этой игре вот эту броню придумали для того, чтобы ты на нее смотрела или надевала? Ну, подсказывай в следующий раз, если я голенькая. 31 из 34. Нифига не поменялось. Ну, фантома мы точно убивали, да? А кадавра? Кадавра мы убивали? Да, точно, он в пустыне же, да, водится? Зомби который... вот этот. Да нет, убивали 100%. Разбойника убивали? Да, конечно, убивали Жорика. Мы нападали на их базу 1 000 000 раз. Конечно, убивали. Маринку. Да и Маринку мы пердохали много раз. Не, хотя... Не-не, убивали мы Маринку 1000 раз вообще. А призывателя? А кто это? Который ангелочков этих призывает. А, да, конечно. Ну что, мы всех убивали. Вот это, который ангелочков призывает, который тотем бессмертия выкидывает, когда мы его убиваем. А зеленого лизуна ты убивал? Кого? Ну, зелененький-то, слизняк. Конечно, убивал. Уверен? Ну, да. Уверен? Ну... Ладно, пошли проверим. В лодку садись, поехали давай. Так, вот так-то и... Ага. Вот знаешь, какая интересная ситуация у меня происходит? Это когда я в Инстаграм фоточку выкладываю с подружкой какой-нибудь со своей, мне все сразу в комментариях спрашивают, а это Маринка? Ребята, если бы это была Маринка, вы бы увидели там страшную тёлочку. А это не Маринки, они у меня все красивые подружки. Маринка некрасивая только. Ты чё, настолько сильно вот эту Маринку ненавидишь, то что ты с ней даже ни одну фоточку не выложила совместную? Ни за что и никогда не выложу. Кстати, вон сзади бежит. Ты тоже вылезай давай из этой лодки в первую очередь. Да я помню 1 000 000%. Слизь, я точно вот запердохал. Иди тоже убивай быстро. Так, а если я убью какого-нибудь из этого? Да любого убей уже, хоть кого, броньку надень, бегаешь с голой жопой.
Сейчас они тебя заклюют все вместе, и потом будет тебе... Подожди, пей давай уже! Так, сейчас проверим. У меня 25! А было сколько? 24, значит, я не убивала его. А у меня 31, это значит то, что я его убивал. Так, ну Марильку мы точно кокали, это даже смысла нет вот это проверять. Но все равно, видишь, не зря приехали сюда. Не зря приехали. Слушай, а вот этого... А Зимнегора мы с тобой убивали? Вот я даже не знаю, как он выглядит. Ты вообще знаешь, что такое Зимнегор? Ну, он, наверное, где-то в зиме обитает. В зиме? Ну пошли в зиму тогда. Так вот это вот Зимнегор, что ли? Вот это Чупакабра в лохмотьях? Именно он. Так это просто обычный скелет, который вот это, который на тебя замедление накидывает эффект, когда попадает в тебя стрелой. Так пошли его кокать скорее, пока он не исчез. Один уже убежал. Так ладно, где мои крылья? Кать! Помогло? Я случайно стекло с башки снял вместо того, чтобы крылья надеть! Ты теперь заразный! Это ты заразный, а не я заразный! Да. Ладно, все, ты уже точно не болеешь, поэтому уже 100% все нормально. Так. Ну, наконец-то. Я одного запердохал, спускайся сюда, потому что, господи, мне здесь помощь нужна! Так, а мне, походу, тоже. На, ядрить, колотить. Сзади, Зимнегор, убивай его! О, Зимнегор, здравствуйте! Давай, пердохай, по башке, все! Я что, убивала Зимнегора? У меня не прибавилось. Да когда бы такое было-то? И у меня 31 из 34. Слушай, у меня есть вот эта одна идея, и почему-то мне кажется то, что... Здорово! Ну ты там пока постой. Мне кажется, знаешь, кого мы с тобой не убивали? Ну? Эндермита. Вот кого-кого, но его мы точно никогда не убивали. А кто это вообще? А вот сейчас мы домой отправимся, и я тебе покажу. Пошли давай. Погнали. Эту фигню мы с тобой точно никогда не делали. Я в этом уверен на все 100%. Так, я возьму один стак эндер вот этого жемчуга и тебе один стак эндер жемчуга. А сейчас сюда подойди ко мне, ты где, кстати? Так тут я. А, да здорово, так. Игорюнчика перепердохаем вот так вот по башке. Держи эндер жемчуг и просто бросай его в стену. Давай. Подожди, что? Эндер перлы, бери в стену их бросай. Ладно, давай. Продолжай! Ты что делаешь? Ладно. Еще! Давай, бросай! А что за сиреневенькие штучки-то появляются? А, понятно. Ну ладно, но в любом случае бросать дальше надо, пока не появится то, что нам нужно. Только так реально сдохнуть можно рано или поздно. Вот. Это сложнее, чем я предполагал, конечно. Еще раз кидать? Еще. Да ты вообще чокнулся, мне кажется. Что ты делаешь? Мы просто об стенку долбимся. Вот! Вот! Я говорю, вылупился! Ты куда ты упала обратно? Обратно, выходи оттуда, так с одного удара убил, и у меня тогда получается... 31 из 34? Ты убивал эту фигню? Я убивал эту фигню! Но ты ее точно не убивала, поэтому давай еще раз это сделаем. Тебе ее надо кокнуть 100%. Давай! Я вылазю, подожди. Вот это, пока призывай вот эту вот фигню, а я пойду убью вот этого... Опа! Пиглина! Я так убивал его 31 из 34. Слушай, я даже не знаю. Давай, спавни. Так, вот еще один. Сейчас твоя очередь его кокать. Давай, ты его точно не убивала. Фу, мерзкий какой. А! Проверяй. А с одного раза убивается? С одного раза, проверяй давай. Так, смотрим. 26, да. Это, конечно, хорошо, но мне-то не прибавилось. Кто? Три существа какие-то существуют? Существа существуют, которых я не убивал. Кто это Ифрит? Может? Ифрит. Да, Ифрит. Да нет, да, Ифрита. Хотя, Ифрита мы убивали. Гаста мы убивали.
этого скелета и сушителя мы с тобой тоже убили. Магма-блоки, магма-магма-блоки. Магма-блоки мы с тобой точно 100% убивали. Мы их убивали. Потом, кто у нас там еще остался? В аду Пиглина убивали, свинозомби убивали. Этих, подожди. А как они? Лавомерки это враждебные мобы или не враждебные, я не знаю. Нет, они не враждебные. Нет. Точно, они не нападают. Они не нападают. Слушай, я даже не знаю тогда, кого мы еще не убивали, что у меня еще три вот этих. Баба чебурека, чебурака промокла. Ты туда, чуть-чуть, вот, зайди вот туда, не промокайте, самое главное. Собаки промокать умеют. Да, они промокают. Слушай. А молния прямо ударила в громоотвод только что. Ты видела это? Да, потому что я и обратила на это внимание. А я тебе кое-что скажу. То, что в последней серии вот этого хардкора на канале, который вышел там вчера или позавчера, я не помню, у нас всю серию ушел вот этот дождь с громом и молнией. И знаешь, что мы потом в конце серии обнаружили? Ну быстрее, не томи, я не понимаю, о чем ты. Во всем лесу заспавнились мертвые лошади с этими, с наездниками. Они спавнятся именно только тогда, когда идет дождь с молниями. И чаще всего это происходит именно в этом, в еловом лесу. Такого ты точно не убивал. И ты такого точно тоже сама не убивала, потому что мы таких даже с тобой никогда не видели. Крылья надевай и полетели давай вот это, в еловый лес, быстро! Давай быстрее, пока дождь не кончился. Сейчас мы сюда зайдем, и сейчас мы здесь посмотрим, призвался кто-то или нет. Если нам с тобой очень сильно повезет, тогда мы действительно встретим вот этого вот наездника на лошади где-то вот здесь. Ну если хотя бы ты его сможешь убить, это уже хорошо. Это что, он, что ли? Просто на глазах у нас заспавнилось! Иди убивай, быстрей! Подожди, так это не то, что нам надо, нам нужно, вот это, нам нужен наездник на лошадь! Просто ебрит! Ты меня в срока спала! Я тебя убить! Иди тоже одного убей! Убивай! А чё их так много? Ты нас спрашивай! Просто убивай его! Меня убили уже! Убивай! Ещё крипер здесь! Убивай без разницы! Давай хоть кого-то одного убей! Обосраться и не встать! Вот это хоррор-скример какой-то просто! Ты это видел? Я это видел! Четыре штуки из одного просто! Ты убила! Да, молодец! Убила. Я дома появляюсь, и у меня Катюха 32 из 34! И у тебя тогда... Ну, логично! У тебя сколько? У тебя 28, да, получается? Сейчас. Да! Так, вот это было реально неожиданно. Ты где, кстати? Да вот возле дома, снизу. Иди сюда, домой, сейчас садим вот это за стол переговоров. Иди вот сюда, быстро, давай. Так, иду. И остались еще кто-то, двое, кого мы вот это не убивали. Это 100% должен быть вот этот страж огромный, рыба вот эта. Кстати, перед тобой огурцы находятся. Фу, блин, зачем напомнил мне? Это 100% огромная страж рыба. А вот кто последний, я в душе не чаю. Наверное, надо с собой вот это попросить его помощи у подписчиков, как думаешь? Да, реально, давай ты напиши в комментариях, вдруг мы что-то упустили. Прям по списку пройдись и вычеркни, кого мы уже убивали, а кого нет. Двух. Не хватает двух. Кого же я не убивал? Слушай, а может я тебя не убивал? Ты тоже как за монстра вот это считаешься? Ну, может я тебя не убивал, а? Это... Собака! И чё, прибавилось? Прибавилось! О, 29! Да, стало у тебя? Да. Жопа ты такая, ага! А ты огурец. Сама ты огурец. Фу.